Добрый вечер, дорогие коллеги. Надеюсь, видео было видно, слышно. Получили кусочек мотивации. А теперь поставьте в чате цифры до 10 баллов, как меня слышно и видно. Вроде все отлично. Хорошо, замечательно. Конечно, одно из самых главных, вообще главное событие года в компании Faberlic – это всегда международная ассамблея. И все наши спикеры нашего проекта TurboStart, конечно, принимают участие в таких мероприятиях, и даже некоторые из них были на сцене, и даже некоторых я увидела и узнала. Итак, сегодня у нас стартует с вами третий поток турбостарта. Мы хотели сделать перерыв на Новый год, но решили этого не делать. Как вы думаете, почему? Да потому что результаты у проекта просто отличные, и нам совершенно не хочется вас тормозить и самих себя, нам хочется, чтобы наши структуры росли. Рост в компании есть, это факт. У нас взрыв просто новых званий на Урале. Ждите просто вот золотой дождь из новых званий в этом году. И проект TurboStart в том числе за это ответственный. Итак, решили мы перерыв не делать. Но в этот раз у нас будет не двухнедельный TurboStart, не двухпериодный, а трехпериодный. Потому что вы понимаете, у нас сейчас период 2 недели и 10 дней новогодних каникул мы вам даем отдохнуть, закрепить свои знания и с новыми силами на покорение новых вершин. Итак, что же это за проект такой, TurboStart? Турбо третий будет длиться 3 периода. Мы вам дадим 12 вебинаров, на которых вы узнаете 12 эффективных техник, как вам начать быстро расти в режиме турбо и строить свои структуры. Спикеры проекта – это самые успешные, самые быстро растущие директора и драгоценные директора Урала. И цель наша для вас, как мы ее поставили в этом проекте, это для того, чтобы вы могли с нуля, я понимаю, что здесь многие не новички есть, но тем не менее сделать прирост 600 баллов группового объема в структуру. Лучше, конечно, если вы новичок, и мы очень хотим, чтобы вы за 3 периода выросли до 9%, до статуса лидер. Итак, я вам представлю спикеров проекта, кто же эти авторитетные люди. Итак, в порядке в том, в котором они будут давать свои вебинары. Безденежных Алина, это я, золотой директор, город Курган. Луговых Светлана, бриллиантовый директор, город Полевской. Кулешова Елена, старший директор, ну у Елены большая драгоценная структура под ней, то есть старший директор, наставник драгоценных директоров. Челябинск, Троицк, Морозова Наталья, старший директор Челябинск. Салертовская Люда, Людочка, если ты в вебинаре, пожалуйста, напиши, из какого ты города, я, к сожалению, запамятовала серебряный директор. Ратушняк Светлана, золотой директор Первоуральск. Гуфранов Рамил, МИАС, директор. Александра Сечек, самый быстро растущий. Людмила Салертовская, Ижевск, спасибо. Сечек Александра, самый быстро растущий новичок 2016 года. Зарегистрировалась в компании в феврале 2016 года и уже старший директор с объемом группы 7000 баллов. Поселок Юргамыш, 7000 жителей. И Груздина Анна, золотой директор Златоуст, наш первый уральский участник поездки в Доминикану, уже выполнила условия на поездку в Доминиканскую республику от компании. Скажите, как вам такой составчик? Нравится? Готовы учиться у таких людей? Готовы? Доверяете нам? Вот что самое главное. Потому что без доверия, вряд ли очень часто я и от своих новичков слышу, ой, нет, это невозможно, этот метод не работает. Слушайте тех людей, которые находятся уже там и добились уже тех результатов, которых вы только планируете добиться. Вот, например, на втором потоке, я помню, очень бурную реакцию вызвала сессия Сечек Александры, вебинар по работе с анкетами. И многие особенно молодой человек, один из Тюмени, писал нам, это нереально, этот метод не работает, не надо нам тут, в общем, рассказывать всякую ерунду, при том, что Александра построила свою 7000-бальную структуру именно на этом методе. И такой бросил нам вызов, ну, приезжайте в Тюмень поработать.
работаете. Ну, мы съездили, поработали 2 дня именно этим методом, и теперь у нас в Тюмени 600-бальная группа. Так что доверяйте нам, делайте то, что мы говорим, и результат у вас одинаково, результат у вас обязательно будет. Ой, подождите, что-то у меня все перелистало. Так, и сейчас спикеры проекта, те, кто у нас находится сейчас в вебинаре, расскажут немножечко подробнее о себе, об их достижениях в 2016 году. Мы бы вам хотели немножко покажить, уже вторая группа растет, прекрасно, Саш. Мы хотели вам немножечко показать картинку нашей жизни, потому что, ну, оказывается, для многих людей... Ну, достаточно сложно выполнять условия нашего курса, и мы никак не можем понять, в общем, мы вам никаких задач невероятных совершенно не ставим на самом деле. Мы вам даем простейшие инструменты и ставим самые-самые минимальные задачи, которые обеспечат вам рост. И тем не менее, многие люди говорят, мы не успеваем за вами, нам тяжело, мы не можем по 5 новичков в неделю регистрировать. И вот возникает вопрос, либо вам не нужны деньги, вы этих денег не хотите, либо вы... Если вы не понимаете, как, тогда мы вам даем эти методы. Ну, либо у вас, ну, как сказать, либо вы ленивая пятая точка, да, но психологи все вам скажут, что лени не существует, существует отсутствие мотивации. И вот немножко картинки наши мы бы хотели вам показать, чтобы вас дополнительно мотивировать на то, чтобы расти и развиваться. Итак, моя картинка первая, мой 2016 год, конечно, вместе с компанией Faberlic. Мои цели и мечты, которые я реализовала, и как этот год у меня прошел. Вверху картинки вы видите, моя давнишняя мечта сбылась, давнишняя, многолетняя. Я построила себе совершенно роскошную баню из оцилиндрованного бревна. Вот тут не видно, что там еще есть мансардный этаж, но вот эта вот печечка с мансардного этажа, с шикарной такой лестницей, с балясинами. И я вас уверяю, мечта эта моя, в общем, стоила значительно больше, чем сумма 6 нулями, но я ее осуществила, потому что, ну, это моя страсть. Вторая моя мечта и вторая моя цель, это вот внизу вы видите, я сделала в этом году полностью ремонт детской комнаты для своих 2 подросших дочек. Вы не представляете, какая прелесть! Когда ты нанимаешь дизайнера, он тебе рисует все до сантиметра, отдает тебе фотографии, отдает тебе документ, в котором прописаны все артикулы каждой лампочки, каждого ящичка, каждого стульчика, написано, где это все купить. Ты потом садишься в интернет, просто это все заказываешь, оплачиваешь, тебе привозят. Прекрасная бригада строителей за 3 дня тебе делает такую красоту, и за 3 дня вуаля! У девчонок новая, роскошная, прекрасная комната. Это тоже, конечно, цель большая и достижение большое. Ну и кроме того, мне не пришлось урезать себя в каких-то своих ежедневных, обычных моих мечтах, потребностях. У меня есть... Ну, такая особенность, я обожаю путешествовать. Для меня это очень важно, я должна путешествовать обязательно. Вот в этом году вы видите картинка со сплава по Чусовой, где мы были вместе с ребенком. 3 раза в этом году я съездила в Москву. Я была в Смолино на слете лидера в 4-звездочном шикарном комплексе, где мы совершенно великолепно отдохнули. Не отказывала себе в моих обычных увлечениях. Я очень люблю ходить на концерты, и в этом году я была на «Ночных снайперах», на «Агате Кристи», на кавер-группе «Металлика», на концерте Агутина, Меладзе, Наргиз, Константине Райкине, всю симфоническую музыку, какая есть, тоже. Моя любимая группа «Мельница», то есть все. И, конечно же, это благодаря Faberlic, потому что не только те доходы, которые я имею, позволяют мне реализовывать такие цели, но и мой график жизни также позволяет мне, в общем, спокойно путешествовать, спокойно ходить на концерты и при этом еще и делать какие-то, свои ежедневные рабочие дела, которые позволяют мне вот откладывать, копить на свои цели. Детская комната, кстати, это премия серебряного директора, и премию золотого директора я уже тоже запланировала. А вы запланировали, вот вопрос большой, запланировали, на что вы потратите свою премию? Премию директора, драгоценного директора. Есть у вас эта картинка перед глазами или нет?
Такую картинку обязательно нужно для себя найти. Вас должно что-то двигать, вас должно что-то зажигать. Да, почти, чуть-чуть не считается, Анастасия. Очень нужный вопрос, да, а на что, собственно говоря, вы потратите те деньги, которые вы заработаете? И это, кстати, будет, приоткрою немножко завесу, это будет вашим сегодняшним домашним заданием, найти для себя такую цель. Итак, у нас есть Светлана Луговых. Светлана Алексеевна, вы здесь, которая тоже представит себя как спикера и расскажет. Светлана Алексеевна, передаю вам слово, выходите. Добрый вечер, уважаемые участники программы «Турбостарт». И я вас приветствую. И если Алина говорила о всех сферах, я взяла лишь только одну сферу, и она для меня была важная в 2016 году. И я, как заядлая путешественница, когда начала подводить итог, еще только присматриваясь к подведению итогов, я понимаю, что я за этот год, только за один год, я 8 раз отдыхала в разных странах, в разных своих любимейших местах. И вот вы видите, что в Ингантау я успела съездить в этом году даже 2 раза для того, чтобы поддержать свое здоровье. Когда-то, много лет назад, 18 лет назад, я начала сотрудничать с компанией «Фибролик». Я помню, как я писала планы и мечты. И тогда, 18 лет назад, я научилась составлять 100 желаний. Есть ли у вас блокнот, где написано 100 желаний? Такой блокнот я всегда обновляю раз в году, в день рождения. А вот последние 4 года я так, знаете, подвожу ревизию жизни, ревизию года. И планирую на следующий год, в Новый год, я планирую дела, которые я намерена сделать. Я прямо пишу месяцы, недели, в зависимости от того, как устроен наш каталог «Фибролик». Я планирую 2 поездки в санаторий для поддержания своего тела, такого ресурсного состояния. И минимум 2 раза в год я планирую поездку в те страны, где мне было бы интересно, или где бы я восстанавливала себя, ну, чаще всего поближе к морю хочу. И знаете, здорово, что в этом году вот такую поездку мне подарила компания «Фибролик». Буквально неделю назад я вернулась с острова Шри-Ланка. И когда я начинаю понимать, что наш бизнес дает возможность уплотнять график. Наш бизнес дает возможность, где бы мы ни находились, делать то, что мы любим делать. Ну, например, сегодня я оплачивала интернет, и, вы знаете, мне легко было дать каталог, мне легко было завязать контакт с теми операторами, которые принимают оплату. И таким образом, попутно со своему делу я всегда увеличиваю структуру, рост своей структуры, количество клиентской базы. И вы знаете, когда ты занимаешься любимым делом, то это очень легко. Я всегда говорю, что за это мы получаем очень приличные деньги. Главное понять, что вам нравится в этой жизни больше всего. Как только вы найдете эту возможность, как только вы определите, что вы любите больше всего в жизни, в этом месте и лежат ваши деньги. У меня, оказывается, лежат деньги в сетевом маркетинге, за что я очень-очень благодарна судьбе. Алина, я передаю слово. Ну и вот как раз ровно этому я и буду уже в четверг. Мой вебинар будет посвящен тому, как рассчитывать деньги, как ставить цели. Спасибо огромное, Светлана. Я думаю, 8 раз в год путешествовать, в общем, мечтают почти все, кроме тех, кто любит сидеть дома. Есть, конечно, и такие люди. Светлана Ратушняк, скажи, пожалуйста, ты готова? Ты здесь? Можно передавать тебе слово? Все, давай, подключайся. Я пока включаю твою презентацию. У Светланы столько достижений, такой взрывной год, что ей потребовалась отдельная презентация, чтобы представить себя. Спасибо, Алина.
Ну вот, да, год был очень насыщенный, конечно, было очень много работы, и я даже сделала сначала презентацию, показала Лене, говорит, убирай всю работу, говорит, давай лучше то, что не работа, потому что, понимаете, вот эта работа, она жизнь, и мне столько много событий интересных, что о них хочется рассказывать, потому что, ну, как сказала Света, это удовольствие, и это даже работой бывает сложно назвать. Вот, так вот, если возьмем год назад, то я еще была старшим директором, у меня не было директоров, и групповой мой объем личной группы был ровно в 2 раза меньше, чем он на сегодня. И сегодня у меня уже в команде 3 директора и открытая квалификация золотого директора. Доход, конечно, тоже вырос, и только от структуры он такой, а поскольку есть еще несколько агентских пунктов, то в реальности он намного больше. Здесь вот вы видите моего мужа, он тоже директор Faberlic, и у нас семейный бизнес. Он как раз, скажем так, в этом году стал директором, подключился год назад к нашему бизнесу, и на сегодня он уже старший директор. Вот он в прошлом каталоге уже открыл квалификацию старшего директора. Это очень здорово, когда вы вместе можете... То есть поддерживать друг друга, делать то, что приносит удовольствие. И, конечно, без него у меня бы не было таких результатов. Я ему очень благодарна. Это опора, поддержка и помощь в нашей деятельности. Так, это я случайно эти слайды здесь поставила, я о них позже скажу. Вот, то есть вообще... Кроме работы, да, у меня есть дача, где я очень люблю проводить время. И я такой садовод, я просто обожаю все делать сама, у меня 10 соток. И вот когда еще зима, да, в феврале я уже высаживаю рассаду, то есть я сама все это выращиваю, вы видите, да, здесь. Вот, этой весной у меня на даче, вот прямо на веранде, вот так вот птички свили гнездо, яйца снесите, сделали. И мы перекрывали дом, то есть сделали новую крышу. Мне пришлось даже отложить строительство для того, чтобы эти вот птенцы вывелись. Это была такая прелесть, удовольствие наблюдать за всем за этим. Вот. И, конечно, как только открывается сезон, мы постоянно выезжаем на дачу. Это вот здесь мой сын. Ему 14 лет, дочь уже взрослая, она уже самостоятельно живет в Москве. А также мы каждый год сплавляемся по часовой вместе с родственниками. Это тоже огромное удовольствие. Очень люблю природу. И для меня это, вот знаете, природа – это место силы. И моя вот, дача моя – это место силы, где я восстанавливаюсь, где я очищаюсь, где вхожу вот в это ресурсное состояние. Здесь вот еще калаш из цветочков, которые у меня в этом году на даче сделала снимочки. Вот так выглядит моя теплица с огурчиками, и так выглядит моя теплица с помидорчиками. И все это я делаю сама, у меня больше, ну только муж, ну высаживаю все практически и ухаживаю сама это делаю, он тоже помогает. Этим летом у нас было большое путешествие семейное на машине, на автомобиле. Мы посетили много интересных мест, вот это мы в Башкирии. Дальше мы доехали до Дербента. Вот, здесь я с моим партнером, то есть получилось так, что немножко отдых совместился даже с работой. Я была в гостях у Гули Гаджиевой, она живет в Дербенте, мы с ней даже поработали. Вот, и мы были в минеральных водах, это вот здесь мы с мужем на вершине горы в Пятигорске. Потом мы поехали в Сочи, и мы сняли шикарнейший коттедж. То есть это вот была моя мечта, что, знаете, такое райское место, где только ты больше нет, ну, вот живешь в своем таком жилье, да, чтобы были вокруг растения. И вот прямо, знаете, вот то, что я мне вот, ну, ты рисуешь картинки, оно все это происходит. Вот такой замечательный был коттедж, где мы втроем жили. Там, правда, можно было и жить и шестером, но вот, в общем, мы там шиковали. Для меня еще главное, чтобы было где йогой заниматься, то есть это вот тоже это место такое классное. Вот. Мы там объехали очень много красивых мест, ущелий, водопадов, и это было, конечно, незабываемое время. Для меня очень важно каждый год обязательно выезжать на море. Ну и в следующем году, я думаю, это будет не одна поездка, как минимум будет Доминикана. Вот, и это классно, то есть я обязательно поеду в эту поездку от компании, как новый золотой директор. Ну вот здесь мы уже после того, как мы приехали, вот так проводим время на даче, шашлычки делаем, это баня,
Баню тоже обожаю. Вот. То есть это все классно. И была поездка очень тоже насыщенная, интересная в Москву на ассамблею директоров, о которой Алина говорила. Это ассамблея директоров то событие, куда обязательно нужно выезжать, это надо к этому стремиться, потому что то незабываемое количество эмоций, тот заряд, который это дает, его ничем не заменить. Вот такая красота в Москве, да, видите, это мы с Жанной Баланиной, тоже директором, старшим директором из Екатеринбурга. Вот. Ну и еще у меня была, вообще на этот год я ставила себе цель купить новый автомобиль. И вот у меня теперь, я сменила, у нас был старенький, ну очень хорошая Toyota была, но очень старенькая уже. И вот в этом году я купила такой вот замечательный красавчик, да, кроссовер, полностью начиненный всей современной техникой. И это, конечно же, тоже, ну вот, прям огромное удовольствие. Теперь я сажусь в новый автомобиль. И все это, конечно, благодаря Фаберлик. Ну вот я, кстати, слушала Алину и вспомнила, что я не добавила слайды. Я еще в этом году сделала ремонт комнаты сыну, когда мы тоже делали дизайн, там, проект дизайнерский. И также проект сделала в спальне. Полностью ее обновила. Вот, то есть, и это все благодаря тому, что у нас есть семейный бизнес. И это все благодаря компании Фаберлик. И, конечно же, то, о чем девчонки сейчас говорили, очень важно ставить цели, все рисовать картинки, понимать надо видеть, чего вы хотите, и тогда вы будете знать, для чего вы делаете действия, потому что если вы не знаете для чего, очень сложно бывает это делать. Ну вот, желаю вам тоже в нашем турбостарте быстрого роста и достигать ваших целей. Спасибо большое, слово я передаю Алине. Спасибо большое, Светлана. И представляете, коллеги, это все за один год на самом деле. Ведь многим людям приходится сначала копить на машину, потом копить на квартиру, потом выбирать либо отпуск, либо ремонт. А вот мы, благодаря не в таких уж мы в сумасшедших больших находимся статусах, но уже возможно себе позволить несколько больших целей реализовывать в один год. Лена Кулешова, скажи, пожалуйста, ты с нами, ты присутствуешь здесь? Да, Леночка, к сожалению, твоя презентация так и не загрузилась, что я с ней только не делала. Сейчас попробуем. О, ура! Все отлично! Выходи, Лен, я передаю тебе слово, рассказывая о своих достижениях, что у тебя произошло за этот год в жизни и с компанией Faberlic. Нажимай прям, Лен, выходи. Все, вижу здесь, Так, если отключаюсь. меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Все, ой, супер, замечательно, все получилось у меня. Итак, слышно, все супер. Итак, а чем прошел мой год, такой знаменательный год? Я этот год посвятила, наверное, больше деятельности, нежели отдыху. И была вместе со своим наставником Заварыхиной Светланой Анатольевной в Астане. Это такое, знаете, было совмещение отдыха и в то же время деятельности, потому что мы туда поехали построить структуру, но невозможно только работать. Поэтому у меня такая была красивая, такой красивый поход в театр. Вот как раз на фотографиях вы видите, что это огромный театр. И мы сидели, вот то, что вы видите на фотографиях, это президентская ложа, то есть Назарбаева. Очень красивая, вот такой вот, он абсолютно новый, и вот все притягивает. То есть вот, вы понимаете, что когда вы хотите к чему-то прикоснуться, вы должны побывать там и вот почувствовать вот эту красоту. Это вот у меня была такая хорошая поездка, где я совместила отдых и свою деятельность. Следующий – это Южноуральский фестиваль «Успех». Он проходит у нас каждый год. И я не могу себе позволить, чтобы пропустить это мероприятие. Мало того, что если раньше я была просто в роли гости, потом я приезжала вместе со своей структурой, то сейчас я уже в роли организатора. То есть вот все, что мы делали под таким, знаете, девизом «Миллионеры Фаберлик», мы вот там вот придумывали, мы готовились полгода к этому шикарному мероприятию. У нас было более 150 человек, чему мы очень-очень рады. Надеемся, что на следующий год у нас будет еще больше людей. И, соответственно, в этой жизни нужно построить дом, вырастить детей, посадить дерево. Вот мы садили дерево Фаберлик. Это рябина, она растет, замечательная, красивая. Мы за ней ухаживаем, потому что все наши обучающие мероприятия проходят
в Смолино парке под Челябинском. А еще одна у нас структура мероприятий. Я говорила, что весь год я, в принципе, посвятила деятельности. Так вот, структурное мероприятие у нас, оно идет уже больше года. Это структурный рейтинг, который объявили для нас наши наставники Светлана и Олег Заварухины. И опять-таки, я и в организации, и как участница. И мне очень приятно, потому что три раза подряд я была лучшим директором года, сезона, прошу прощения, и я получала премию 20 тысяч рублей. То есть суммарно я получила 55 тысяч, потому что одну из премий я поделила с Татьяной Курячей. То есть это, знаете, когда ты можешь еще плюсом получить дополнительный бонус, скажем так, 13-я премия тебе. Вот, и поэтому это очень приятно, когда ты совмещаешь и любимое дело, и отдых, и при этом тебе еще хорошие бонусы делают. И опять-таки здесь еще нарабатывается такой навык, как умение организовывать большие красивые праздничные мероприятия. То есть независимо от того, буду ли я дальше, да, заниматься фаберликом, или может быть я чем-то захочу, может быть я захочу какую-то свою фирму открыть, то есть я могу смело организовывать огромные мероприятия на 150, 200, 300 человек и так далее. То есть этот навык я приобрела вот именно здесь со своими наставниками. И также у меня была поездка в Москву, я ездила со структурой, в этом году у нас было 10 человек, кто поехал на день рождения компании, закрыли мы период, понимаете, когда вы там, вы не можете не расти, и в этом периоде, вот по итогам 16 периода, у меня в структуре 10 директоров, у нас групповой объем 41,5 тысячи баллов, об этом я когда-то только могла мечтать. А вот Света говорит, у меня есть тетрадка, у меня тоже есть красивый блокнот, куда я записываю свои желания. И вот когда-то я несколько лет назад записала о том, что я мечтаю, чтобы у меня была такая большая, красивая, правильная структура, которая у меня появилась. И вот эти вот 45,5 тысячи баллов, но это только не предел. Теперь мы поставили задачу на то, чтобы подтвердить вот этот объем, но уже за 2 недели. Потому что 17-й период всего 2 недели. Поэтому у меня есть такая, знаете, красивая, любимая фраза. Нет ничего невозможного. Я желаю вам, чтобы у вас не было для вас ничего невозможного, чтобы все ваши мечты и желания сбылись. И вам в помощь наш проект «Турбостарт». Все, я передаю слово Алине. Спасибо. Да, все невозможное, конечно, у нас в голове. Это наши собственные ограничения. И, Лена, хочу тебя поправить. У тебя не 13-я зарплата, а 19-я. Ну, а в следующем году будет 20-я. Да, так что зарплата у нас гораздо больше, чем у обычных людей. Хочу представить вам еще нескольких спикеров нашего проекта. Они, к сожалению, сегодня у них у многих структурные вебинары не смогли присутствовать. Морозова Наталья, как свою самую главную реализованную мечту 2016 года, назвала покупку новой машины Mazda стоимостью более 1 000 000 рублей. И для нее это огромное достижение, для ее семьи. Александра Сычек, наш спикер, она работает меньше года в компании, она говорит, что для нее самое главное вот достижение, тот бонус, которого она не ожидала и на который она не рассчитывала, это то признание, которое она получила от компании. Она у нас выступала в Екатеринбурге на региональной конференции, передавала свой опыт. То есть человек, меньше года работающий в компании, уже получает признание, уже получает заслуженные аплодисменты за свою деятельность. Ну и кроме того, раскрою Сашин секрет, потому что я знаю, она не хотела про это говорить, но Саша линейный бизнесмен, и как любой линейный бизнесмен, в общем, бизнес часто зависит от постоянных, от кредитов, от вливаний денежных. И у Саши были очень большие кредиты, которые как топор висели у нее над головой, и за этот год, всего лишь год с компанией Faberlic, она эти все кредиты закрыла. И, конечно же, это огромное достижение, и человек просто теперь может свободно дышать полной грудью. Итак, в общем, я представила вам спикеров, и какие же мы вам даем гарантии, если вы пройдете этот курс, если вы будете делать все то, что мы вам говорим. Волшебной кнопки не существует, не существует секретов никаких, мы вам тут никаких не откроем
ну, заклинаний, которые бы вы произнесли, и раз вы драгоценный директор, у вас все сбылось. Конечно, нет. Сетевой маркетинг – это профессия, это работа, такая же, как и любая другая. В ней есть свои должностные обязанности, есть обязательные действия, которые необходимо делать для достижения результата. И вот если вы будете активно участвовать, выполнять домашние задания, мы гарантируем вам выход на 600 баллов за, ну, за три периода, не за два, потому что у нас трехпериодный турбостарт в этот раз. А если вы еще и включите своих консультантов, а это можно еще сделать. Сегодня у нас вебинар открытый, не запароленный. Вы можете успеть запись этого вебинара сбросить своим консультантам, приглашайте. Вот представьте, сколько у вас должно пройти консультантов вашей структуры этот турбостарт, чтобы вы стали директором. Если вы пригласите 5, навряд ли все 5 дойдут до конца, но если вы пригласите 10, 15 или 20, то вполне возможно, вы добьетесь гораздо большего результата, чем директор за полгода. Основная технология, через которую мы вам гарантируем результат, это, ну, определенное количество регистраций. То есть основной ваш процесс будет это рекрутинг. Вам необходимо будет приглашать новичков. А все техники, которые мы будем вам давать в помощь, для того, чтобы вам было легче приглашать, для того, чтобы вы знали, куда идти, что говорить и что с этими людьми делать. То есть мы будем вам давать методы рекрутинга со скриптами, с рабочими, которые вы должны будете применять на практике. Просто от того, что вы послушаете вебинары, узнаете какую-то новую технику, результат у вас не появится. И этот у нас проект заканчивается и начинается снова, поэтому планируйте сразу, кого вы будете подключать в этот и в следующий турбостарт. Какая примерно статистика у вас должна быть? Активность новых консультантов 40%, средний первый заказ 10 баллов и средний повторный заказ 20 баллов. То есть мы исходили из того, что всех, кого вы будете приглашать во время прохождения турбостарта, это все будут новые консультанты. А новые консультанты у нас от компании имеют какой очень классный инструмент? Стартовую программу, да, то есть все ваши новички будут идти по стартовой программе, делать первый, второй и третий шаг. И именно из этих цифр мы исходили, что в среднем заказ на стартовую программу это 10-20 баллов. Ваша задача — набор 100 человек в структуру, не обязательно тех, кто сделал заказ. Обратите внимание выше, вы исходили из активности новых консультантов 40%. То есть вам нужно будет зарегистрировать 100 человек, из них 40 должны будут сделать заказ. Да? То есть ваша задача — просто регистрация новых консультантов в структуру. И если вы будете более тщательно с этими людьми работать, то вполне возможно, вам нужно будет набрать не 100 человек, а гораздо меньше. И вот Рамил Гуфранов как раз вам будет рассказывать о том, как планировать количество человек, необходимое в структуру, чтобы выйти на определенный уровень по маркетинг-плану. Активность новых групп обычно гораздо выше, чем 40%, поэтому, возможно, вам придется пригласить не 100, а всего 60 человек. Итак, почему мы решили взять именно 600 баллов? Почему именно до лидерской, до 9% позиции? Почему не вице-директор? Почему не сразу директор? А это от статистики. На самом деле до 600 баллов дойти легко и просто. Это так, это проверено и по статистике компании, и проверено на наших структурах. 600 баллов люди делают быстро, если они начали активно включаться в деятельность. А вот потом наступает определенный ступор. Почему? Потому что, чтобы перешагнуть за 600 баллов, нужно подключать новые процессы. Для того, чтобы дойти до 600 баллов группового объема, у вас один единственный основной процесс – это рекрутинг. Все, больше вы пока ничем не занимаетесь практически. Вы набираете свою базу, набираете свою группу. И вот когда вы дошли до 600 баллов, дальше очень сложно двинуться, потому что нужно начинать организовывать какие-то мероприятия, нужно организовывать обучение в структуре, нужно организовывать сопровождение. Так вот, наш курс предназначен для того, чтобы вы, доходя до 600 баллов, могли уже, не включая свои какие-то ресурсы, не начиная очень активно вкладываться вот в обучение, в сопровождение своей структуры, а включать своих людей в турбостарт, чтобы они тоже там дорастали до 600 баллов. И директорский статус делать за счет того, что у вас просто растут 600-бальные группы. То есть вот это вот основная идея нашего курса. Ну и посмотрите основной функционал. Я говорила, сетевой маркетинг и предпринимательство в сетевом маркетинге – это профессия, и есть у нас определенный функционал. Так вот, функционал лидера 600-бальной группы – это пользоваться продукцией, создавать клиентскую базу,
привлекать новичков и слушать своего наставника. Если рядом с вами нет наставника, или вы, ну или наставник ваш, ну, не готов вам передавать опыт, или вы не готовы этот опыт у него брать, мы готовы на эти 3 недели стать вашими наставниками. То есть этот курс будет выполнять для вас и для ваших будущих новичков функцию наставника. Вы передаете новичков просто нам в наши заботливые и опытные руки. Итак, наш с вами маршрут. На 6 недель у нас будет перерыв, потому что, да, 6 недель у нас остается, как и было. Будет перерыв, недели будут по тем неделям, когда у нас будут идти вебинары. Итак, на первой неделе вам нужно будет сделать просто первый заказ. Первая неделя вот сейчас началась. Во вторую неделю вам нужно будет довести свой личный заказ до 50 баллов и зарегистрировать 5 новых консультантов с первым шагом стартовой программы. В первую линию, то есть вами лично приглашенных. И я хочу особо здесь обратить ваше внимание на то, что первые 2 недели для нас являются, ну, таким показательным отрезком. Мы делаем после 2 недель срез. И вот обязательный ваш минимум, вы должны сделать 50 баллов личного объема и 5 новичков с первым шагом стартовой программы. Поэтому можете до 2 недели не тянуть, начинать уже сейчас. И если вы не сделаете этот обязательный минимум, к сожалению, мы вынуждены будем вас из нашего курса исключить. Мы поменяем пароль на видеокурс, и новый пароль уже получат только те, кто справились именно с этим заданием. Мы должны вас проверить на решимость, насколько вы готовы идти за своим результатом. Вы сами видите, здесь достаточно, ну, занятые люди, достаточно опытные. Здесь у нас тренеры, и они, конечно, вкладывают свое время, свои силы, и мы должны понимать, что вы на самом деле готовы идти на результат. Вот первые 2 недели для вас и первое задание 50 баллов личного объема и 5 новичков с первым шагом стартовой программы в первой линии является таким вот обязательным отрезком, обязательным минимумом. На конец второй недели мы делаем срез, и всех, кто это не сделал, мы из проекта отчисляем. Ну и дальше вы видите, уже все эти маршруты у вас будут, вы будете иметь его в дополнительных файлах приложенных, и очень вам рекомендую этот маршрут распечатать и повесить его у себя дома, в офисе, на рабочий стол сделать, чтобы вы постоянно с этим маршрутом сверялись. Так, и пару слов хочу сказать по организационным моментам. Вот сейчас слайд, если вам плохо видно, обратите внимание, конференция модульная, и в правом верхнем углу над каждым модулем, извините, видео, чат и презентация, есть жирная диагональная стрелка. И вы можете вот сейчас окно презентации с помощью этой жирной диагональной стрелки растянуть у себя на весь экран. То есть вот потренируйтесь, щелкните туда, и презентация у вас будет на весь экран. И чтобы вернуться обратно, просто тоже щелкните на эту же самую стрелочку. Итак, самое главное, почему? Так, кто хулиганит у меня там, господа тренеры, спикеры? Если вы не уверены, что на вашем компьютере есть Adobe Flash Player и у ваших консультантов, скажите им сразу заходить в эту конференцию, лучше всего через браузер Google Chrome. Конференция очень лояльна к мобильным устройствам, планшетам и телефонам. Вы можете слушать наши вебинары из планшетов и с телефонов, но обратите внимание, заходить нужно через браузер Google Chrome. Очень у многих, особенно на мобильных устройствах, возникают проблемы, потому что ссылка открывается автоматически через тот браузер, который установлен по умолчанию на вашем устройстве. И если на компьютере, скорее всего, у вас есть Adobe Flash Player, то на мобильном устройстве, на планшете или на телефоне очень часто его нет, и люди не могут прослушать и не понимают, в чем дело. Посоветуйте своим консультантам, и сами имейте в виду, что просто ссылочку нужно копировать, открывать браузер Google Chrome и в адресную строку вставлять, собственно говоря, ссылку на сессию. И все должно быть отлично. Скорость минимальное подключение к вебинару 1 мегабит, комфортная скорость 2 мегабит в секунду. Эта скорость невысокая. Вы можете ее проверить на специальном сервисе www.speedtest.net. Вы видите здесь его, просто набираете в браузере в адресной строке, нажимаете «Проверить», и ваша личная скорость интернета появится на экране. Вам покажут, какая она у вас. Либо обратиться к своему провайдеру. Если вы по какой-либо причине не можете участвовать в вебинаре, вы не смогли его прослушать вживую, не переживайте, у вас у всех будет видеокурс, в который будут выкладываться записи всех сессий. Кроме того, мы очень много выкладываем дополнительных файлов, бонусных, скриптов,
таблиц, видео, там, например, мастер-классов и так далее. Очень-очень много дополнительного материала обучающего мы выкладываем в видеокурс. Поэтому обязательно заходите, не забывайте эти файлы открывать дополнительные и скачивать. Если во время трансляции у вас вдруг пропал звук или изображение, но вы видите, что все остальные люди спокойненько сидят, слушают, в чате никто не пишет, кошмар, все пропало, куда делся спикер, значит, скорее всего, у вас проблема с интернет-соединением, оно неустойчивое, либо скорость маленькая, нажимаете кнопочку F5, и обновляйтесь. Ну и регулятор громкости есть у спикера на экране видео справа. Вы можете всегда громкость регулировать, делать тише или громче. Если наушники плохие, колонки плохие на компьютере, я вам рекомендую пользоваться гарнитурой, звук будет гораздо лучше. Кроме того, кроме видеокурса, у нас есть общий чат в мессенджере Telegram. То есть ваша задача установить Telegram на свои устройства, можно как на компьютер, так и на мобильное устройство устанавливать, и добавиться, обратиться к своему наставнику. У нас это структурный проект, у вас у каждого есть наставник в проекте, обращайтесь к своему наставнику, чтобы он вас добавил в общий чат, где вы можете задавать все вопросы вас интересующие, и в общем у нас там такое общение достаточно бурное происходит. Единственное, очень вам рекомендую, и не забудьте напомнить своим консультантам, которые заходят в чат Telegram, чтобы они отключали звуковые уведомления чата. Потому что особенно поначалу очень много сообщений, поздравлений, приветствий новых участников, и вот это постоянное бульканье, да, и постоянные звуковые уведомления очень людей раздражают. Так. Итак, собственно говоря, домашнее задание. Почему-то, нет, подождите, у меня почему-то не было слайда. Вот, вот этот слайд я пропустила. Организационные моменты, видите сейчас слайд на экране? Напишите мне в чат, потому что бывает у этого сервиса, когда быстро переключаешь слайды, не встает нужный слайд. Итак, видите, вам нужно будет необходимо после сегодняшнего вебинара заполнить форму заявки на TurboStart. Это обязательно. Почему? Потому что ссылки на сессии, на вебинары вы получаете рассылкой на почту. И нам необходим ваш электронный адрес. И именно по этой форме заявки мы будем составлять списки на рассылку. Поэтому спрашивайте у ваших наставников форму заявки, пусть они вам присылают, и просто заходите по ссылочке и вносите нужную информацию, она у нас автоматически появляется. И рассылайте по своей структуре, не решайте за людей, пусть ваши люди принимают решение самостоятельно, нужно это им или нет, пускай заходят, слушают, не, в общем, в любой момент могут из этого курса выйти, вылететь, уйти, так что... Приглашайте, результат есть у всех, даже у тех, кто до конца не доходит. И результат курс дает на самом деле очень хороший. Время проведения вебинаров каждый вторник и четверг. Начало всегда в 7 часов вечера по нашему уральскому времени или в 5 часов по московскому времени. Ссылку на вебинар вы будете получать накануне в почте. Не забывайте проверять почту, заглядывайте в папку «Спам». Каждый вторник, кроме того, у нас в поддержку проекта TurboStart проходит вебинар-презентация «Добро пожаловать в Faberlic» в 8 часов вечера уральского и в 8.30 продуктовый вебинар, на котором представляется какая-то линейка нашего ассортимента, причем с упором на акции текущего каталога. Приглашайте туда новичков, то есть ваша задача будет в этом курсе активно рекрутировать, активно людей регистрировать. И для того, чтобы вы могли этим людям дать какие-то первые знания, первые навыки, вы их можете приглашать именно на эти вебинары, на котором наши опытные спикеры проведут для них презентацию компании и расскажут о какой-то линейке продукта. Кроме того, к записи этого первого вебинара у вас будут приложены файлы, как сделать заказ, как оплатить, как найти агентский пункт, который тоже вы можете формировать для своих новичков и уже ссылочками им сбрасывать, чтобы вам максимально сосредоточиться на поиске, на рекрутинге. Ссылка на
презентации в 8:30 по вторникам всегда одна и та же. Вы можете ее себе где-то в закладочке сделать. Она, в отличие от ссылок на вебинары Турбостарта, не меняется. И еще раз напоминаю, что записи всех сессий будут вам доступны по специальной ссылке на видеокурс. Ну и домашнее задание. Первый срез мы будем делать по окончанию второй недели. 50 баллов личного объема и 5 новичков в личную группу с первым шагом стартовой программы. Первый шаг мне стартовой программы напомните, пожалуйста, в чат. Вот ссылочку можете из чата скопировать, можете прямо на нее сейчас щелкнуть, и вы уже попадете на комнату вебинара, который начнется через 10 минут. Можете, не выходя, уже сразу перейти на следующий вебинар. Да какой же у нас первый шаг стартовой программы? 1999 рублей по каталогу, и в подарок новичок получает... духи от Алены Ахмадулиной за 1999 рублей. То есть, представляете, аналогично, на какую сумму делаешь заказ, еще и на эту же сумму получаешь подарок. Ну и баллов у вас здесь будет побольше, потому что 1999 рублей по каталогу, это не 10 баллов, как мы закладывали, а я думаю 15 баллов как минимум. Итак, маршрут я вам показала по неделям. Маршрут это является для вас обязательным для исполнения. Кроме того, каждый спикер вам будет давать по окончанию своего вебинара домашнее задание, но это домашнее задание будет вам даваться на отработку той техники, которую спикер озвучивал, на отработку практического навыка. Обязательным для вас является маршрут, обязательными для вас являются количественные показатели. То есть вам необходимо будет каждую неделю приглашать 5 новых консультантов с заказом на первый шаг стартовой программы. И при этом неважно, ту или другую вы технику будете использовать. Техники мы вам даем для того, чтобы вам помочь и выбрать среди них ту, которая будет для вас эффективна. Можно работать одним-двумя методами и получить результат. А можно пробовать все 12 техник и ничего до конца так и не доделать. Поэтому задание, которое дает спикер, является практическим на отработку навыка. Обязательным является маршрут по неделям. Маршрут у вас будет распечатать и повесить себе на видное место. Итак, домашнее задание по окончании этого вебинара. Заполнить форму заявки на участие в Турбостарт. Раз. Подписать договор о намерениях. Два. Как только вы заполните заявку на участие, вы получите ссылочку на договор о намерениях, который нужно будет подписать с нами, что вы намерены выполнять домашние задания, и вы понимаете, что результат у вас будет только в том случае, если вы будете выполнять все то, о чем вам говорят тренеры. Сделать личный заказ, посмотреть ролики, личный заказ, неважно пока, мы не ограничиваем вас по баллам, посмотреть ролики в материалах к сессии на видеокурсе. То есть мы уже выложим для вас дополнительные ролики. Установить мессенджер Telegram на компьютер и мобильное устройство и добавиться в общий чат. И самое главное, шестое, та-да-да-дам, все то, что было до этого, это организационные моменты. Найти фото своей мечты, найти изображение своей мечты, своей цели, определить дату исполнения этой мечты. Если вы хотите новую машину, найдите ее фотографию. Распечатайте и напишите на этой фотографии, к какому числу эта машина у вас будет. Хотите купить новую мебель, найдите фотографии этой новой мебели в интернете, распечатайте и напишите, к какому числу это у вас будет. Хотите новый дом, найдите тот проект, который вам понравится, распечатайте, напишите дату. Принцип понятен? Вопросы ваши? Жду ваших вопросов и отпускаю вас на вебинар в 8 часов. Запись этого вебинара мы выложим на YouTube, бросим вам ссылочку, чтобы вы могли по своей структуре это видео раскидать и до четверга. До следующего вебинара успевайте включать максимальное количество ваших консультантов, людей, с которыми вы планируете расти, которых вы планируете иметь в качестве своих ключевых бизнес-партнеров, приглашайте, делайте им это предложение.
Хочешь стать директором? Хочешь зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц? Дуй на турбостарт. Ни одного вопроса нет. Всем все понятно. Тогда напишите мне. Все понятно. Поставьте восклицательный знак в чат. Отлично, Ирина. Вижу. Принято. Александра, принято. Надежда, принято. Анастасия, принято. Идем на третий поток. Принято. Олеся, Елена, принято. Пока всем все понятно. Удачи. Анна, принято. Результативности вам. Достижения самых-самых ваших заветных желаний и, как говорил Винни-Пух, сбычи мечт. Прощаюсь с вами и ждем вас на вебинаре в 8 часов.